Помните, девочки, помните, мальчики, как правильно следует складывать пальчики. Три пальца щепоткой, два пальца к ладошке. Смотрите, креститесь, не понарошку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пойдем. Царю небесный, утешителю души земной, и жизнь и вся исполняя. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вместе со мной, Отче наш. Изыди, сатано! Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот дарвав. Изыди, сатана! Изыди, печню забивай! Изыди, сатана! На-на-на-на-на-на! У меня на рассмотрение находится обращение, коллективное обращение с подписями свыше 100 человек подписали это обращение. А также индивидуальное, по каждой фамилии отдельно, граждане обратились с просьбой провести проверку. И чтобы рассмотрели возможность не выпускать этот фильм в прокат. Почему? Потому что там изложены недостоверные и искажающие исторические данные. Сегодня утром бюст Николая Второго, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. За что? Да, люди приходят. Это сегодня случилось утром. В Донецке, когда захватывают наши храмы, бандеровцы, у нас нет оружия, мы мирные люди. Мы никогда не брали оружие в руки. Мы старики, мы женщины, мы дети, мы молодые ребята. Мы берем самое основное наше, самое святое. Это икону. Это наша вера. Это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные. Идем к вооруженным бандеровцам. Без страха. И они нам ничего не делают. Больна! Стукнутая. Так, братья и сестры, мы сегодня сжигаем постер и портрет Кощунника Великого, который проводится по всем городам России, который оскорбил нашего царя-мученика, совершил невероятное кощунство по отношению к императору Николаю II Александровичу, сделал пошлый и негодяйский совершенно фильм. Все там вранье сплошное, никакой правды нету. Что вы говорите? Мы выражаем полный протест против этого фильма, требуем этот фильм вообще не просто запретить, а уничтожить. Требуем уничтожить все эти съемки, которые уже проведены. И сейчас, как и раньше, когда мы сжигали произведения Розинского и других таких же авторов, которые выступали, оскорбляли государя императора Николая II Александровича, сейчас мы точно так же сожжем постеры. Это духовная скрепа. Благословили всех нас на победу, чтобы с мужественным сердцем отстоять свою землю и освободить от захватчиков американских и фашистских. Мы даже не с хохланивали, они для нас не противник. Для нас основной противник это они. Так что ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Тема наших российских восстания или смерть? Да.
да пребудет с нами едицкая сила. Почему едицкая? Я больше никакой не знаю.